Дорогие коллеги, dear colleagues, я буду говорить на русском, потому что мой русский лучше, чем мой английский. Я очень рада в качестве директора франко-российского центра, извините, франко-российских исследований в области социальных наук сегодня быть здесь и представить коллег, которые будут выступать на последней сессии. Это может быть немножко утомительно, но ничего, очень приятно и интересно. Так что первые будут выступать наши коллеги из федерального Уральского федерального университета Екатеринбург. Значит, Михаил Киселев, историк, и Анастасия Криворучко, археограф, будут нам говорить на русском языке, я поняла, на тему «По науке и достоинству. Проблема дворянского образования в правительственной политике и публицистике в Российской империи в 1760-е годы». Вы знаете, что регламент 15 доводится в 7 минут с половиной. Пожалуйста. Незначительно поведение сразу. Можно сказать, что на конференции собрались настоящие добродетельные люди, стремящиеся к просвещению, то есть в понятиях российского 18 века истинно благородные люди, как мы могли бы сказать. Итак, наш доклад, посвященный проблеме дворянского образования в правительственной политике и публицистике Российской империи в 60-е годы 18 века, откроет Анастасия Криворучко. Она посвятить свою первую часть публицистике, и, соответственно, ваш покорный слуга продолжит доклад, ту часть доклада, которая посвящена правительственной политике. Да, спасибо за предоставленное слово, тогда сразу перехожу к докладу. Как известно, во второй половине 50-х годов 18 века в Российской империи происходит расширение сферы публичной коммуникации. Именно начинают издаваться первые русскоязычные журналы, предназначенные для широкой публики. С 1755 года Академии наук начинает издаваться первый научно-популярный журнал, как известно, это ежемесячное сочинение «К пользе и веселению слушателей». И научно-популярного содержания для него печатаются морально-политические произведения как иностранных, так и российских авторов. В 1959 году выходит два первых российских частных журнала. Это «Праздное время в пользу употребленной» и «Трудолюбивая пчела». Издателями этих журналов были Херасков и Сумароков, оба потомственные дворяне, выпускники сухопутного шляхетного корпуса, которые при этом занимали позиции, связанные с государственным культурным производством. Одной из постоянных тем первых российских журналов была тема воспитания и связанного с ним распространения наук. Об интересе российской публики к теме образования свидетельствовали также переводы иностранных авторов, таких как Лок, Фенелон, Робинер, выходившие отдельными изданиями на рубеже 50-60-х годов XVIII века. Однако важно отметить, что помимо текстов, посвященных в целом правильному воспитанию детей, развитию, образованию и распространению наук, на рубеже 50-60-х годов начинают выходить из печати тексты, которые затрагивают вопросы именно дворянского образования. Появляются отдельные издания переводов иностранных авторов. К примеру, в 1947 году был издан перевод трактата аббата Бельгарда «Совершенное воспитание детей», содержащее правила о благопристойном поведении молодых знатного рода и шляхетского достоинства людей с приобщенными нравоучительными рассуждениями. На рубеже 50-60-х годов 18 века издатели снова обращают внимание на данный перевод, в результате чего он выдержал еще два издания, в 59-м и 60-м. В 1761 году в Петербурге выходит сокращенный перевод светской школы Ленобля, а в 63-64 году выходит полный уже двухтомный перевод этой книги. В 64-м развитие темы дворянского образования в Петербурге издается перевод Мамбера Дугурвэ «Дворянское училище», выполненное Евстигнеем Харламовым в пользу благородного российского юношества. Тема важности хорошего образования именно для дворянина также регулярно начинает фигурировать на страницах первых российских
В 2010 году в сентябрьском номере ежемесячных сочинений публикуется эпистола, обращенная к юному дворянину. Мы читаем: «С великим тщанием ты должен упражняться, чтоб с предками тебе со временем сравняться». А по мнению автора, знатному юноше, чтобы соответствовать славе своих предков, следовало к наукам скромностью частно прилежать и наставления от них себе искать. Схожие мысли можно было также обнаружить и на страницах частного трудолюбивого пчела, о которой я уже говорила до этого. В статье «О несправедливых основаниях» Сумароков рассуждал о том, кто такие для невежд пятиметров педанты, а кто кавалеры. Он пишет: «Педанты, по их мнению, суть профессоры и прочие ученые-люди, которые суть люди первого класса. А имя кавалера обыкновенно дается дворянам, и так знать по-кавалерски есть знать по-дворянски, то есть мало и неосновательно, а похвально ничего не знать, и всего похвально не знать грамоте». Безусловно, это было ироничное утверждение, и заключение Сумароков пишет похвалу Елизавете Петровне, которая в Москве к вечному России одолжению основала великое училище. Наиболее радикально Сумароков выразил свои идеалы организации образования в утопии «Сон счастливое общество», опубликованное в последнем номере «Трудолюбивой пчелы». А в идеальном обществе по Сумарокову отроки по склонностям и в обучении отдаются, люди совершенного возраста по способностям распределяются, а в начальнике производятся по достоинству. При этом не имеют там люди ни благородства, ни подлородства. И столько же права крестьянский имеет сын быть великим господином, сколько и сын первого вельможа. Таким образом, начиная с утверждения о необходимости хорошего образования именно дворянину, он фактически завершал свои рассуждения отрицанием необходимости сословного деления общества. Таким образом, главным критерием для занятия господствующей позиции в обществе, согласно Сумарокову, это становилось уже не происхождение человека, а именно его способность и успехи в обучении. Однако представляется, что такие радикальные заявления того времени должны были способствовать скорее поощрению развития дворянского образования, а не спровержению привилегий дворянского сословия. После восшествия на престол Екатерины II Сумароков пишет: «Другой хор к превратному свету для карнавала торжества Женева, у которого своя очень интересная судьба, но, к сожалению, в силу ограниченности времени мы не можем говорить о нем. Но, тем не менее, в нем описывается утопическое общество, противоположное по своим качествам реальному окружению автора хора». Он пишет: «Все дворянские дети там в школах, их отцы и сами учились, лучше там достоинство наука, лучше приказного крюка». Стоит отметить, что другой ведущий автор и издатель 60-х годов 18 века Хирасков, старший в 63-м году директор Московского университета, разделял взгляды Сумарокова. В 68-м году в типографии Московского университета вышло первое издание сочинения Хирасского «Нума» или «Процветающий Рим», в котором он написал идеальную организацию государства и общества. Автор романа так говорит о кадровой политике правителя: «Нума узаконил новый способ к получению чинов и правления в обществе. Знал он, что есть между римлянами и знатной породой, и самые простые простолюдины, процветающие изящными достоинствами и приличными вельможами дарованиями украшенные». Далее он описывал некое подобие открытого экзамена, которое повлияло на обучение римского дворянства. Он говорил: «Римские благородные юноши вместо непристойных забав принимаются рассматривать гражданские законы, ищут беседы с людьми благоразумными». И таким образом можно констатировать, что именно на рубеже 50-60-х годов 18 века в формирующейся сфере публичной коммуникации начинает активно обсуждаться проблема именно дворянского образования. И при этом авторы-дворяне в своих текстах доходят до идеи, что без хорошего образования дворяне фактически не имеют права занимать привилегированное положение в обществе. И более того, данный феномен по времени совпадает с попыткой реформы дворянского образования, предпринятой правительством Российской империи в 1760-1763 годы. Итак, а теперь, скажем так, попробуем заглянуть за кулисы власти и посмотрим, что происходило там в эти годы.
Стоит, конечно, напомнить, что в 50-е годы 18 века в России происходит активизация правительственной политики в области развития образования. Она была, такая активизация была связана прежде всего с именем и деятельностью фаворита Елизаветы, императрицы Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно благодаря ему в 1754 году открывается Московский университет с двумя гимназиями, одна для дворян, а другая для разночинцев. А в 1757 году Академия художеств в Петербурге. И пик политического влияния Шувалова приходится на 60-61 год, когда он стал одним из тех, кто направлял политику Российской империи. При этом его значение определялось не его формальными должностями в государственном аппарате, а благосклонностью императрицы и возможностью регулярного доступа к ней. Шувалов решил воспользоваться ростом своего влияния, и 3 ноября 60 года он подал доношение в Сенат. В нем он довольно негативно оценивал уровень образования дворянства, указывая, что его представители достигли карьерных успехов по случаю, а не по достоинству. В связи с этим Шувалов предлагал провести реформу дворянского образования. По проекту Шувалова все дворянские дети до 18 лет должны были учиться в университете, должны были получать образование. То есть учиться в университете, кадетском корпусе и других государственных учебных заведениях, чтобы их можно было потом по беспристрастном экзамене определить службу по склонности и по достоинству. При условии сдачи обязательного экзамена Шувалов не исключал и варианты с домашним образованием. Итак, по итогам сдачи экзамена все дворянские дети без исключений, смотря по достоинству, должны были получить соответствующие чины. И такая система распространялась, по его мысли, как на гражданскую службу, так и на военную. Так как существовавших в это время государственных учебных заведений было недостаточно, по проекту следовало в знатных городах учредить гимназии, в которых бы обучались нужные европейские языки и первые основания наукам. В небольших городах следовало создать школы, в которых будут обучать русской грамоте, чистоту своего языка, арифметике и прочим первым основаниям. В результате должна была образоваться трехступенчатая система дворянского образования. Сенат в целом проект Шувалова одобрил, предписав последнему сочинить штаты предполагаемых гимназий и школы, подать их в Сенат. Кроме того, шуваловский проект был поддержан уложенной комиссией, которая в это время составляла новые законы для Российской империи. И этот проект шуваловский должен был лечь в основу 4 главы 3 части нового уложения. 20 марта 1761 года Шуваловым было подано новое доношение в Сенат. Он в нем сообщал, что он не смог выполнить поручение Сената и создать штаты для новых учебных заведений, потому что у него не было достаточной информации о том, сколько в России дворянских детей. И в связи с этим он просил Сенат подать доклад императрице, чтобы начать проведение самой реформы, уже по ходу которой должны были возникнуть новые штаты этих новых учебных заведений. Сенат посвятил несколько заседаний рассмотрению этого доклада. В итоге сенаторы пришли к общему мнению, которое было оформлено императрицей. Они писали, что они нашли весьма полезным обществу и благоизобретенным способом к совершенному произведению шляхетного юношества в лучшее состояние. В связи с этим сенат просил императрицу, чтобы дворянские дети до 17 лет не принимали службу, а обучались в создаваемых в губерниях школах и гимназиях, а по окончании в Московском университете и в кадетском корпусе. По завершению этого обучения в 17 лет дворяне должны были поступать в государственную службу, для чего им следовало обязательно сдать экзамен. Кроме того, те же, кто к 17 годам обучился только одной российской грамоте, следовало зачислять в армию унтер-офицерами. Этот доклад был подписан сенаторами 29 октября 1761 года, то есть менее чем за 2 месяца до смерти императрицы. 25 декабря императрица умирает, на престол сходит новый император Петр III, который, будучи в Сенате 17 января 1742 года, объявил, что он соизволил дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелает, то есть отменил обязательную службу российского дворянства. Иван Иванович Шувалов воспринял это все отрицательно. Он полагал, что российское дворянство из-за низкой образованности еще не готово к такой свободе. В связи с этим он предлагал императору несколько ограничить дарованную вольность служить и не служить, а также продолжить реализацию его реформы дворянского образования, сохранив, в общем-то, предлагаемое им обязательное образование для всех дворян. Мнение Шувалова оказало определенное влияние на императора, что отразилось в нормах, зафиксированных в тексте манифеста о вольности дворянской от 18 февраля 1742 года. В нем от имени императора заявлялось, чтобы никто не дерзал без обучения пристойным благородному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гневом.
Исходя из этого, в нем в манифесте делалось следующее предписание. Всем дворянам, за коими не более 1000 душ крестьян, объявлять детей своих прямо в нашем шляхетном кадетском корпусе, где они всему тому, что к знанию благородного дворянства принадлежит, обучаемы будут, а по изучении всякое по его достоинству с награждением чинов выпустятся. Итак, вводя свободу службы для дворянства, манифест сохранял элементы обязательного образования для благородных недорослей. Однако после свержения Петра III Шувалов лишился какого-либо влияния на государственную политику, так что программа введения обязательного дворянского образования была фактически свернута. И воцарение Екатерины II уже, конечно, открывало новый этап в истории российского образования, который, впрочем, уже не был связан с идеей принуждения всех дворян к достижению высокого образовательного уровня. Итак, в заключение можно сказать, что и дворяне-публицисты в 60-е годы, и такой государственный деятель, как Иван Иванович Шувалов, в целом разделяли одинаковый идеал о том, что дворяне должны иметь хорошее образование. В то же время окружавшая их российская действительность явно не соответствовала таким идеалам. И из-за такого конфликта публицисты были готовы дойти до отрицания особого статуса дворянства, а Шувалов до применения государственного принуждения, чтобы заставить дворян соответствовать их особому статусу. Конечно, встает вопрос мотивации, что двигало этими людьми при отстаивании таких идей. И в связи с этим стоит обратить внимание на определенное сходство социальных характеристик и Ивана Ивановича Шувалова, и публицистов 60-х годов 18 века. Они подходили из небогатых дворян, отличавшихся знатностью рода. И в то же время все были носителями хорошего светского образования, в том числе полученного и в созданных в 18 веке государственных образовательных учреждениях. Можно сказать, что это было единственным, что возвышало их над богатыми и знатными дворянами и могло служить обоснованием для занятия высоких позиций как в государственном управлении, так и в обществе. Как результат, они пытались утвердить свое видение дворянского образования как на уровне формирующегося общественного мнения, так и на уровне правительственной политики. Однако все же они не располагали существенными ресурсами для воплощения своих идеалов в действительность, и как результат они были вынуждены довольствоваться только позицией своеобразной интеллектуальной фронды. Благодарю за внимание. Спасибо за прекрасный дуэт и очень интересные доклады, и за то, что вы уместились в отведенное время. Это подвиг, особенно когда вдвоем. Наш следующий докладчик – профессор Мачей Серванский из университета имени Адама Мицкевича в Познани. Название на русском языке «Французские аспекты в воспитательной модели польского дворянства в XIX веке». Но я поняла, что доклад будет на английском, так что те, кто нуждается в наушниках, надевайте их, а те, кто не нуждается, снимите. Пожалуйста. Firstly, I'd like to thank the organizer for invitation to our important conference. The pattern of education of the Polish noble years changed in 17th century as compared to the previous century. At an earlier time, the Polish-Lithuanian Commonwealth, a multinational, multicultural, and multidimensional state, shaped attitudes of widely understood tolerance, both in ideological terms and in practice. Poland accepted strong Renaissance influence, and numerous sons of the Polish nobles studied abroad, mainly in Italy, but also in Germany and France. The education system in the monarchy of the Jagiellonians came to reflect the tendencies and ideals of the contemporary European education. The 17th century brought an intensification of the influence of the counter-reformation in the Nobility Republic. The ideas of Sarmatism that embraced xenophobia, religiosity, and self-glorification of the existing petrified political system became more pronounced. These tendencies were broadly present in the pattern of the education of nobility, a pattern that was prone to strong Jesuit influence in the spirit of decrees of the Council of Trent. On this background, I will present the role of growing French influence with respect to the education of nobility in Poland in the 17th century.
in this period, most of the Wesley families traveled to study in the monarchy of the Bourbons, thus expanding their mental horizons. This in turn helped to consolidate in the Polish Republic more critical views of Sarmatism and of the ideals that this ideology propaged. The French and growing culture was now better known in Poland with its specific forms of the education of the noble estate. These trends, however, collided in critical reflection with the conservative ideology of Sarmatism. Thus one can say that in the 17th century, the noble education ideals, which remained more or less uniform in the previous century, now broke into at least two trends. One, let's call it noble, remained under the influence of the Sarmatism and Jesuit education. The other, magnate, is connected from the Polish reality and relied mainly on close ties with foreign countries. The education of Polish young noblemen from a wealthy family typically looked as follows. First, the family circle, next school, in the 17th century, usually Jesuit. It was enriched with foreign peregrination, Grand Tour, which as rule included friends. Upon his return, the young nobleman was being prepared for his political, social, and economic activity in the Polish reality. One can ask, what exactly was he taught in France? Instructions given by fathers to their sons prior to peregrination to West European countries are characteristic here. The directions from 1613 offered on such an occasion by Zbigniew Ossoliński, voivode of Sandomir, to his 18-year-old son George can serve as a good example. They pertain to both taking care for safety while in journey, maintaining a permanent correspondence contact with the family at home, avoiding expensive extravagances and improper entertainment, and most of all, they included an obligation to undertake academic studies, establish contact with professors, participate in scholarly dispute, select proper reading in philosophy and history, learn foreign languages. Both the mind and the body needs training while leisure time involved possibly playing the lute and walks with modest and sober-minded companions who work in student. When in 1614 George Ossoliński arrived to Paris, where he then studied for a year, in reports to his father, he emphasized he respected his father's directions. You know, I quote, "I did not waste my time in vain because apart from the French language, I had a professor of mathematics, so I did not miss public lectures and debates in the academy," end of quote. Moreover, he read works by excellent orators and historians. He did not neglect exercises, exercitia, such as playing the lute, horseback riding, and to dance. He gained self-confidence in social life and in French customs, thanks to conversations with a prominent person in Paris, as well as due to contacts with court circles and even events connected to it. He watched the proceedings of the general estates in late 1614 and early 1615, witness to the visit of King Henry I in the Paris Parliament. And so also seldom showed and as well other ceremonies. These events
must have been memorable for the young Pole, since they differed so much in their manifestations from the Polish customs, expanding his mental horizons. George Ossoliński later became a prominent personality in the old Polish Republic. He was an excellent orator, distinguished diplomat, great Crown Chancellor. Nevertheless, he reminded a pious Catholic. 30 years after George Ossoliński, in 1646, brothers John and Mark Sobieski undertook a grand tour to the Bourbon monarchy. The first of them is the later king of the Polish Republic, John III. Their father, Krakow Castellan Jacob, well familiar with France, he attended Collège Royal in Paris, provided them with the instructions for relations. It's proves that a certain model of educational instructions for Polish magnate used in the 17th century already existed. The document resembles the earlier instruction of Ossoliński prepared some decades ago. Additionally, it certifies to Jakub Sobieski's great personal culture and at the same time his wise attentive care for the best education of his sons. John and Mark were expected first of all to their minds, to be able to read and take part in debates. One needed to know the French language, whose growing importance in Europe Jakub Sobieski recognized and strongly encouraged his son to learn it fast. He emphasized that French would be useful in Poland in connection to arrival of the French Queen in Warsaw. In fact, at the same time, the lines of politic of the then Polish ruler Ladislaus Fort Vasa were reoriented from pro-Habsburg into pro-French, as was demonstrated in 1645 by the marriage of the monarch with the French princess Louise-Marie de Gonzague de Nevers. Soon a numerous court of the Queen was arrived in Warsaw. Immediately upon their arrival to France, the young Poles were expected to find a master in order to start learning reading and writing in French. Among their tutors' responsibilities was reading to them Historiam Gallicam Ioannis de Ceres. Via this work, they were to learn the history of France and the beauty of her language. Jakub Sobieski even warned them not to allow tribal books to be read to them in French. John and Mark were expected to find another tutor for conducting French conversations, as their father preferred this way of mastering of foreign language. Moreover, during their stay in Paris, the young Polish noblemen were supposed to get acquainted with the Latin literature, and Jakub Sobieski listed for them, inter alia, the works of Tacitus and Livius. Among physical exercises recommended to his sons by Sobieski was playing with football. He also encouraged them to exercitia corporis taught in French academies, namely horseback riding, dancing, and fencing. The latter, however, he forbade to his son because, in his opinion, fencing could lead to fights. On the other hand, he recommended vaulting, as they teach how to jump on the wooden horse. He considered this a useful exercise necessary in military training. The young Sobieskis were to expand the education also by attending the royal court. Because Louise Marie was expected in Poland soon, their father wanted them to learn French galard and other major court dances. The recommendation formulated as in the instruction were implemented by the Sobieskis in Paris, as is confirmed by the journal
of their tutor, Sebastian Gavaritsky. He noted that immediately upon arrival to Paris, the brothers began to learn horse riding with the instructor whose name he listed. This practice was very fashionable among the Polish visiting the capital of France. A Sarmatian poet, Władysław Potocki, in his epigram Fortes Polonii Equites Boni, criticized the fact that the young Poles, neglecting their own national tradition, leave for Paris in order to learn horse riding there. Anyway, despite his father's warning, John and Mark decided to learn fencing with another master. It is worthwhile to add that also a journey through France in 1647 was important for Sobieski's education and gave them deep insight into French life and institutions. In the contemporary terminology, the kind of education recommended by Jakub Sobieski and experienced by his sons in 1646-47 can be called general and comprehensive. John and Mark got well acquainted not only with the mental culture of France in the mid-17th century, but also with the way of education of the courtier noblemen, together with the physical culture, according to the applicable modern model of experience of the father who spent 6 years in France was very useful thanks to his instructions. A similar type of education encountered Peter Opalinski, son of Poznań Voivode Christopher, who was sent to Paris in late 1642. However, already after a few months of stay on the Seine, he divided his time between cavalier games, that is, activities suitable for a nobleman, and private readings unrelated to the program of his study. Two minutes. Okay, so I had to resign with the big part of my paper. It was a big role of two Polish kings. I mentioned Louise Marie de Gonzague, and it was Marie-Casimir d'Arthien, he was supposed of Polish King Sobieski. So it's a 2 minutes summing up the French aspects discussed above, those only briefly, were present in the patterns of the education of the Polish nobility, including the ones that were ideologically in juxtaposition and the ones that resulted from practical experiences of Poles in this sphere, both in France and in the Polish Republic itself. The conclusions may seem quite paradoxical. In the 17th century, Polish magnates were more and more interested in the French system of education, and young Polish noblemen got to be acquainted with it, so their mental horizons were expanded. Nevertheless, in practice, after they returned home, the young men had to tune up to the political system of the so-called noble democracy in the Polish-Lithuanian Commonwealth and stick in the political life to conservative Sarmatian attitude and xenophobia and counter-reformation bigotry. On the other hand, the Polish nobles who approved French habits and patterns of education were named cosmopolitan. Thank you for your attention. Спасибо, профессор Серванский. Хотелось бы, конечно, услышать больше о влиянии французской культуры на
молодых поляков 17 века. Это интересно и, конечно, приятно французам. Так что извините, но у нас сурово. Спасибо. Наш последний докладчик, вы все его знаете, это Владислав Живутский, историк, исследователь в Германском историческом институте и один из организаторов этой конференции, и самый конкретный, наверное. Мы это видели и оценили. Доклад называется «Идеал воспитания дворянина в России. Про и контра». Это на русском языке. Пожалуйста. 15 минут. Спасибо. Русская аристократия ориентировалась в вопросах воспитания на каноны западноевропейской аристократии, но, конечно же, не без оглядки на русский двор. И в этих педагогических кредо первой, то есть западноевропейской аристократии, и второго, то есть русского двора, много общего. В России, конечно же, знали, какой набор предметов должен изучать аристократ, как важен гран-тур для его воспитания, обращали внимание на моральную сторону воспитания, ставили языки, прежде всего французский, во главу угла и так далее. Те, кому поручалось воспитание аристократа, да и те, кто давали совет аристократии в области воспитания, происходили, как правило, не из дворянских кругов. И хотя поиск воспитателей русской аристократии производился очень тщательно, как это показало, в частности, на примере Голицыных и Брилович, нередко можно наблюдать несоответствие между воспитательными взглядами родителей или их окружения и практикой воспитания, или, по крайней мере, мировоззрением воспитателя. Вряд ли можно дать этому исследованию какую-то статистическую основу, поэтому я ограничусь рассмотрением нескольких отдельных случаев, которые показывают существование этой проблемы. В своем исследовании я опираюсь на разные источники, прежде всего на воспитательные планы, о которых завтра будет говорить Владимир Берилович в своем докладе, а также на переписку губернаторов. Я не буду говорить о таких вполне естественных случаях несоответствия воспитательных стратегий семьи и практики воспитания, как в случае гувернеров, придерживающихся атеистических взглядов, а таковые были. Больше ясности с другими аспектами воспитания аристократа многие воззрения появляются очень часто уже в воспитательных планах. Частью оппозицию установившимся формам воспитания и общения в аристократическом обществе можно объяснить влиянием Руссо, особенно сильным в кругу гувернеров, близких к Жильберу Рому, воспитателю известного графа Павла Строганова, чьи портреты вы здесь видите, но не только в этом кругу. Возьмем, например, путешествия. В своем традиционном виде гран-тур является образовательным и общекультурным путешествием молодого аристократа по странам Западной Европы. Это путешествие венчает интеллектуальное образование, полученное от гувернера учителей. Путешествие, которое совершается своим учеником Жильбером, причем совершается сначала в России, как я вам напомню, вписываются, однако, в иную систему педагогических идей. Они становятся главным способом получения знаний через наблюдение за природой, климатом, народами, их обычаями и так далее. Другими словами, в этой версии гран-тура главное избежать этапа представления мира, то есть, как это писал Руссо, который Руссо считал вредным для воспитания ребенка, поскольку воспитание строилось не на восприятии жизни, а на восприятии идей общества о жизни, которое, считал Руссо, это общество искажает и извращает. Ром критически смотрит на стиль и содержание общения в аристократических кругах. Он пишет, например, о лести, ласках, нескромных вопросах, которые задают в салоне молодому человеку, и от которых его следует, то есть молодого человека, оградить. Кажется, что Ром напрямую руководствуется словами Руссо, который опасался восторгов, которые вызывает детский лепет за столом взрослых. Друг Рома, Жан, который был воспитателем у Разумовских, также избегает со своим учеником великосветские собрания.
при дворе на манеру воспитания ромом Павла Строганова смотрели весьма критически, смотрели как на странное затворничество и порицали эту манеру. Ведь для молодого аристократа важно общаться с себе подобными, чтобы получить такое важное для аристократа качество, как легкость обращения. И не случайно, конечно, другой друг Рома, гувернер в другой семье Строгановых, де Мишель, стремился как можно быстрее покинуть со своим учеником дом его родителей, где все, по его мнению, противоречило здоровому моральному и даже здоровому физическому воспитанию молодого аристократа. И те же мысли высказывает в своем сочинении юношеском 1953 года «Lettre à un ami sur le voyage» молодой Александр Сергеевич Строганов. Я не буду резюмировать сейчас эти мысли, но вот цитата здесь, она, к сожалению, только по-французски. В некоторых случаях несовпадение взглядов по этому вопросу доходило до почти открытого конфликта, как это произошло с гувернером молодых князей Галицкого Оливье. Гувернер был настолько поглощен мыслью об учебе, что сильно ограничил все выходы в свет своих учеников. И только вмешательство родственников вынудило его проявить гибкость своим воспитанникам некоторое светское общение и выходы в театр. И трудно сказать, однако, идет ли здесь речь о сознательной оппозиции практикам высшего общества, которые гувернер считал вредными для морального воспитания молодого человека, как это было в случае с Ромом. Однако, несмотря на то, что Оливье и Ром – люди совершенно разного интеллектуального склада, как мне кажется, они разделяли недоверие добрых буржуа к образу жизни аристократии. В случае Оливье к этому добавлялась, вероятно, и этика швейцарских протестантов, которая просматривается, например, в недоверии к театру. Супруги Оливье видят в театре источник разнузданности нравов, которого следует остерегаться, прежде всего девочкам, как натурам более восприимчивым. Вот здесь вы видите цитату из переписки мадам Оливье с матерью своих учеников, в которых она высказывает эти взгляды. И, кстати, Оливье родом из Швейцарии были знакомы с произведением их великого соотечественника. Оливье в остальном хорошо адаптировались к требованиям дворянского воспитания. Так танцы, музыка, как для девочек, так и для мальчиков, охотно включаются ими в программу занятий молодых Голицыных. В то время как Жам не заботится об этих дисциплинах и включает их в программу только под нажимом отца своего ученика. Для Разумовского, конечно же, обойтись без этих предметов кажется невозможно, ведь значительная часть времени, значительная часть жизни аристократа проходит в местах, в которых умение танцевать и играть на музыкальных инструментах высоко ценится. Жам из буржуазной семьи, вероятно, некоторые из предметов, обязательных для воспитания аристократа, напрямую связывались им с дворянской моделью воспитания и казались пустой тратой времени. Напротив, в воспитании Павла Строганова физический труд занимал важное место в соответствии с рекомендациями Руссо, для которого такой труд более естественным, чем труд. Однако эти гувернер даже в случае поддержки родителей, а как правило родители их поддерживали, а во всяком случае в таких семьях, как Строгановы и Разумовские, было трудно все-таки сопротивляться давлению общества и традиции. Поэтому и Павел Строганов также занимался приятными искусствами. И это недоверие к приятным искусствам распространяется у Рома и на гуманитарные науки вообще, в особенности на литературу, и прежде всего на поэзию, которую он ценит существенно меньше, чем точные науки. Критика поэзии и литературы, в которых Ром видит только слова, я цитирую его, слова, фразы и красивую бумагу, «des mots, des phrases, du beau papier», нацелена на определенные социальные круги, а именно на парижские великосветские круги, для которых, пишет он, «этикет и приличие заменяют чувства». Интересно, что и Мишель Оливье невысоко ставит занятия литературой, и по приезде с ними
Нерсу Голицыну заниматься литературой со свойственным тому увлечением, считая, что это вредит учебе. Эти гувернеры не ценят традиционное для дворянства времяпровождение, напротив, они высоко ставят точные науки, которые ведут к получению профессии, которые ценятся этими выходцами из кругов буржуазии, такие как ученый, доктор и так далее. Эта оппозиция напоминает мне ту, которую противопоставила в Германии культуру буржуа придворной культуре, которую буржуа представляется как основательная, откровенная, малинейная, в то время как культура придворного легкомысленна, поверхностна и лицемерна. Весьма критически такие воспитатели и авторы воспитательных планов смотрят на сам образ жизни придворного. Так, португальский врач на русской службе Рибейро Санчес, и здесь есть цитата из его воспитательного плана, к нему не раз обращались за педагогическим советом, хотя и не критикуют саму искусство, нравится, как важную часть ноу-хау аристократа и придворного, однако не приемлет их образа жизни. «Я не могу видеть, не помыслить без дрожи, что молодой русский вельможа будет ложиться спать в полночь или в 2 часа ночи, вставать в 10 или 11 утра, что его волосы будут завивать в течение часа, иногда и двух, в то время как он будет читать какую-нибудь модную книгу, такие как романы, что он будет садиться за стол, а выйдя из-за стола поедет в театр, на бал, в дамские салоны или поедет играть либо к дамам». К дамам, это понятно, каким дамам, либо еще к профессиональным игрокам, что он будет возвращаться домой за полночь. Конец цитаты. Авторы воспитательных планов критикуют также обилие слуг в домах русской знати, заносчивость, либо фамильярность в обращении со слугами, безделье, малую занятость детей, слишком утонченную и потому нездоровую пищу, и, наконец, плохое знание языка. И вот как раз это, упоминание плохого знания языка встречается в другом образовательном плане, написанном неким Анри Хальхем, вероятно, Йохелем, который жил в России, который хорошо знает, и почти ощущением о том, что он видел русских дворян, которые хвастались тем, что плохо говорят на своем родном языке. Еще один упрек, который Йохель адресует дворянству, касается обучения ведению хозяйства, в особенности воспитания девочек. Йохель рекомендует обучать девочек разбираться с денежными счетами, в то время как женщины благородного сословия, пишет он, скорее предпочтут разориться, чем станут просматривать счета. Конечно, многие из этих взглядов опираются на известную общеевропейскую традицию критического отношения ко двору, которая хорошо известна. Не имея времени остановиться на этом аспекте, скажу, что такие идеи проникли и в сами великосветские круги, и, возможно, не случайно воспитательных планов, составленных самими родителями, можно иногда встретить предложения, которые звучат как ответ на эту критику. С разных сторон, с литераторов и журналистов, мы об этом как раз говорили, в том числе дворянских, Сумароков, Фанвизин, позже Шишков, Карамзин и Глинка, но также и со стороны некоторых воспитателей и советчиков-аристократов. И один такой пример, мне кажется, показательным в этом смысле. Это план, который написал для своего сына князь Иван Иванович Борятинский в 1815 году. План называется «Мои идеи о воспитании моего сына». Он начинает этот текст с указания на языки, которые должен учить его сын. Церковнославянский, латынь и греческий. В особенности пишет он родной язык. Живые иностранные языки сначала он вообще даже не упоминает, но он их не исключает при этом. Но все-таки не они находятся на первом плане. И это очень интересно. Борятинский подчеркивает, что во все время своего путешествия его сын должен вести дневник на русском языке, хотя по традиции такой дневник велся на французском. Он составляет речи на русском языке. Истории и географии его прежде всего должны были обучать истории и географии его страны. Борятинский настаивает на том, это вид имения Борятинских, Марина, настаивает на том, что
и чтобы его сын путешествовал прежде всего по России. 4 года по европейской части и 2 года по Азии. И только после этого ехал в Западную Европу. Прежде всего Голландию и Англию. Эти страны считали наиболее прогрессивными в области техники и наук. И во время этого путешествия его должны были в общей сложности сопровождать 5 человек, ни много ни мало. Это доктор, знающий химию и ботанику, механик, который должен был быть англичанином, голландцем или швейцарцем, немец со знанием латыни и греческого, опытный гувернер для координации всего воспитания, а также русский преподаватель, который должен хорошо знать свою страну, ее законы и историю. Среди важнейших предметов, которые должен был изучать сын Борядинского, как раз механика, которая должна изучаться с опорой на практику. Механика должна его заставить любить сельское хозяйство, которому, я цитирую, она ежедневно оказывает столь большие услуги. А сельское хозяйство заставит его любить химию. Химия, он особенно останавливается на этом, обязательно изучение не только для землевладельца, но и для государственного деятеля, особенно в такой стране, как Россия, в которой хороший химик, я цитирую его, должен рассматриваться как цивилизатор и даже в каком-то смысле как творец. Мальчику должны были выделить участок земли, на котором он сам мог бы проводить агрономические эксперименты с применением сельскохозяйственных инструментов. И, кстати, награждать его тоже должны были сельскохозяйственными инструментами за его успехи. Его должны были познакомить с системой чередования культур, научить анализировать почву, распознавать сельскохозяйственные посадки. Он должен был записывать результаты своих посадок и урожаев и делать это непременно тоже по-русски. Этот участок должен был быть не просто местом для обучения и развлечения сына Борятинского, но и питомником для новых культур. Так что мы видим связь как бы с практическим сельским хозяйством. Мальчик должен был сам производить межевание под контролем опытных и образованных инженеров и быть знаком также с топором, рубанком, точильным станком и знать тригонометрию. Таким образом, обучение имело ярко выраженный практический и профессиональный характер. И такое практическое воспитание противопоставлено Борятинским стандарту дворянского воспитания того времени. Как он пишет, оно должно было сделать из его сына человека. И это мне напоминает известную фразу Руссо «Faire un homme». Пока другие мальчики играют комедию, танцуют балет и вообще занимаются глупостями. Это его слова. Это практическое образование противопоставлено также и слишком теоретическому образованию, которое получают в университетах и академиях. Борятинский заключает свои идеи гневным выпадом против тех, кто повинен, по его мнению, в бедах России. Я цитирую его. «У нас столько героев, столько тщеславных людей, увешанных наградами, столько придворных. Россия – это больной гигант. Именно люди, отмеченные своим рождением и обладающие состоянием, должны служить государству и поддерживать его». Конец цитаты. И будучи намного старше своей жены, Борятинский составляет этот план, собственно говоря, так же, как и своеобразное завещание. И сам в прошлом военный, придворный и дипломат, он просит ее не делать из ее сына ни военного, ни придворного, ни дипломата. Насколько распространенными были такие идеи в среде высшего российского дворянства, трудно сказать, но, безусловно, они были насущными. Этот документ показывает, как мне кажется, что в начале XIX века у какой-то части российской аристократии шел процесс переосмысления приоритетов дворянского воспитания, что происходило под влиянием социальной критики дворянства и свойственных ему культурных практик, исходившей и отчасти от тех, кто занимался воспитанием дворянства и писал о нем. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владислав. Радует, что организационные хлопоты не увели вас от науки и не помешали написать короткий, но насыщенный доклад. Спасибо. Настало сейчас время вопросов, ремарк, комментариев. Пожалуйста. Большое спасибо, Владислав. По свежим следам я бы хотел два соображения и один вопрос. Ну, мы из русской классической литературы знаем, что, ну, Дубровский там, знаем, что порой брали воспитателей совсем непригодные для этого. То есть лишь бы он был француз, там, конюх он был, там, пекарь, токарь, никто не разбирался, кто он там был во Франции. Это случалось часто. Согласитесь, мы знаем из классической литературы. На каком он французском говорил, может, он на окситанском говорил. Вот. С этим связано мое соображение. Я не знаю мотивацию Оливье, но я бы не связывал... Вообще, откуда Оливье, из какой части Швейцарии он был, то, что он вот выступал против театра. Знаете почему? Потому что до Кальвина театр в Женеве был настолько развит, что подмостки во время праздников народных устраивали прямо на улице Женевы, и там устраивали такие театральные представления. Естественно, походили в этот самый Иерусалим, там, спасение от этих варваров, всего прочего. Но это было просто в народной культуре. Поэтому мотивация Оливье, не знаю. Я бы не связывал это с культурой Швейцарии. Возможно, некоторое ужесточение с кальвинизмом наступило, без сомнения. Здесь вы правы. Ну и третье – это вопрос. Мы знаем, что Петр, у него молодость была тяжелая. Петр I, Петр Алексеевич. Он лишился отца очень рано, и он невротизирован был боярами. Мы знаем это в Коломенском, это преследование Петра. И вообще он не получил систематического образования. Может, у вас есть какие-то соображения, новые данные о том, кто все-таки Петра воспитывал? Ну, Люфор, мы знаем Люфор, опять же, швейцарец Люфор. Был ли он для него воспитателем или тьютором, или кем? Спасибо. Я начну, может быть, со второй ремарки относительно театра. Ну, мне трудно сказать, является ли определенная, скажем, традиция, ну, недоверия к театру или, ну, которая, в частности, в Женеве, вокруг Женевы, весьма известна в XVIII веке, да, повлияла ли она на эти идеи именно этих воспитателей? Откуда они родом из Швейцарии, неизвестно. Мне, во всяком случае, неизвестно, но, возможно, Штефан что-то знает об этом. Что касается Петра, ну, я ничего не могу сказать по этому вопросу, потому что я этот вопрос не изучал. Ну, может быть, скажу пару слов о плохих гувернерах. Тут, мне кажется, вопрос этот нужно рассматривать в разных плоскостях. Безусловно, конечно же, были гувернеры, которые не являлись идеальными воспитателями. Это понятно. А в то же время интересен вопрос скорее другой. В каких социальных слоях, как подбирали гувернеров, соответственно, каких гувернеров, насколько компетентных гувернеров могли подобрать в том или ином социальном слое дворянства. Вот этот вопрос интересен. И вопрос другой – это вопрос вообще историографического мифа, я бы сказал. То, что гувернеры были не талантливые, плохо говорящие по-французски, не годящиеся к воспитанию аристократа, дворянина, это все понятно. Но этот образ воспитателя, гувернера, он, собственно говоря, сформировался на основе мемуаров и на основе художественной литературы этой эпохи, не правда ли? И этот образ, он перешел таким интересным образом, плавно перешел в историографию. Собственно говоря, историография, начиная с историографии XIX века, повторяет всегда это общее место.
Получилось так, что из-за того, что есть представление о этих бесталанных гувернерах, собственно, гувернеров самих-то и не изучали, изучали очень мало. Поэтому мне кажется, что нужно было бы вот эту проблему повернуть другим образом, посмотреть, что же действительно они принесли в эту область и кем были эти люди. Мы, на самом деле, очень мало об этом знаем. У меня замечание к Владиславу. Я согласен, конечно, что у гувернеров было больше влияния, но с другой стороны, мне кажется, что это тоже было влияние родителей, и гувернер хотел встретить им желание. Так что мне случилось, или я встретил с тем, что Наталья Петровна пишет Оливье, что хочет, что нет много других контактов, что они должны заниматься. Но и Оливье отвечает, конечно, что он это заблюдет, так как он был на службе их. И это было для него, думаю, что тоже важно. И другое. Аспект это был тоже, что Наталья Петровна пишет, что отец хочет узнать, что они читают, и если это полезная литература, и что они не должны читать только там по-немецку, но что это должно быть полезно. И но этим хочу сказать, что это было как бы, наверное, с двух сторон влияние. И Оливье, он был происхождением из Женевы, упоминается в каком письме там. Спасибо. Я буквально скажу вот пару слов, отвечу на эту ремарку. Я полностью согласен, что примеры основных дворянских аристократических семей, которые мы знаем, которые изучал Владимир Берлович, которые мы вот изучали, Голицыны, Борятинские и так далее, они показывают как раз невероятную заинтересованность родителей в вопросах обучения и воспитания их детей. Заинтересованность, которая может быть даже несколько неожиданна, потому что есть такое представление о том, что в этом слое аристократии родители во многом полагались на гувернеров и давали им как бы полностью бразды правления. Интересно то, что Оливье зачастую имеет свою точку зрения по многим вопросам и в некоторых случаях не соглашается с княгиней и позволяет себе сделать так, как он считает нужным. Это само по себе тоже, мне кажется, достойно замечания. Спасибо большое. А у меня тоже вопрос к Владиславу Ржевудскому. Владислав, не кажется ли вам, что вот эта потрясающая совершенно программа Борятинского, о которой вы сказали, может быть связана с влиянием начала XVIII века, то есть Петровского, может быть, это отчасти продолжение того, о чем говорилось, влияние некоторого Петровского видения того, как надо воспитывать русского дворянина с интересом к механике, к технике, к точным наукам, к навыкам определенного рода, да, вот этот токарный станок, все это очень похоже на то, что можно увидеть при рассмотрении периода царствования Петра I. Я очень кратко отвечу. В этом тексте Петр не упоминается, но то, что это было возможно само по себе, я совершенно не исключаю. Я могу привести другой пример. Текст, который я упомянул Александра Сергеевича Строганова, этот текст упоминает Петра, и не только упоминает Петра, но, собственно говоря, апеллирует постоянно к примеру Петра. Этот текст о путешествиях, Петр также путешествовал, он дает нам пример. То есть, вот, безусловно, конечно же, петровский пример, я думаю, что на протяжении всего XVIII века и в XIX тоже влиял на воспитание. Существуют ли исследования, которые посвящены влиянию традиции Петровской видения того, как необходимо воспитывать дворянина, на, может быть, более поздние периоды русской истории? Да? Ну, я не знаю таковых, может быть, коллеги меня поправят, но я не знаю. Спасибо.
позволю себе сделать ремарку в этом по поводу Петра. Может быть, все-таки идет не о влиянии Петра, а о петровской мифологии. На самом деле Петра могли поворачивать в 18 веке как угодно и кто угодно. Одни сенаторы могли говорить, что Петр I был защитник дворянских прав. Доклад сената, допустим, Екатерине 60-е годы. Они прямо говорят, что Петр I, в общем-то, все делал ради дворянства. Тут же другой коллега говорит, что, в общем-то, да нет, в общем-то, Петр этого не делал. То есть в этом отношении, кажется, его фигура была очень значима, такая мифологичная, как основателя, да, или как писал Иван Иванович, восстановителя Отечества. Но то, как обосновывал, это абсолютно по-разному. Шувалов обосновывал, как это вот, что это дело дворянского воспитания. Можно было повернуть Петра, сказать, что, в общем-то, он дворян не воспитывал, он действительно очень практичное воспитание делал. Поэтому это скорее вопрос такого петровского мифа, нежели влияние конкретных идей Петра I. И вообще, кстати, идеи Петра I – это тоже отдельный советский вопрос. Не стоит в них преувеличивать техницизм. На самом деле, в своих записках он писал, что, в общем-то, и юриспруденции нужно учиться, и прочим наукам. Ну, Михаил, я согласна, да, там действительно есть о чем подумать. Но, понимаете, то, что Петра II в проектах собирались учить такому станку, да, это тоже, ну, как бы показательный момент, да, такой попытка вылепить Петра II как некое повторение Петра I. То есть там есть определенный момент, где миф, а может быть... Ну, это вот разные вариации, вот Петр, он разошелся на разные... Ну, просто это интересное поле, да, на которое интересно было посмотреть. Спасибо большое. Thank you. Well, the question is directed to Professor Savansky, because I was intrigued by the fact that you were dealing with the French connection of education in the 17th century in Poland, and you were not making any reference to the 16th century, because if I understand it well, maybe it's my ignorance, at the end of the 16th century, Poland was largely conquered by Calvinism and, well, Protestantism in general, various versions of Protestantism. So one could suppose that there must have been a connection with Geneva in the 16th century. Now, were there any remains, any continuities in the 17th century of this Geneva and this probably French connection? Thank you for this question. The first part of my paper remarks that 17th century is different to imperial times. It's due to counter-reformation on the end of 16th century, which arrived to Polish throne, Sigismund Vasa. He was a Catholic, pious Catholic. He introduced in Poland all political to stop the activity of Calvinists and Protestants. For example, all public functions will be guaranteed only for Catholics. And the second one element, it's the right to Jesuits. Jesuits have passed in Poland, in Polish-Lithuanian commonwealths, already in 16th century, 45 colleges. So it was a politics of our rules and the influence of Jesuits. So if a Polish noble or Lithuanian noble wish making career in political structures, he have to be Catholic. So we observe in the end of 16th and on the beginning of 17th century, reorientation in this confessional level. 16th, really, it was the time of Polish tolerance with the acts, formal acts,
giving privileges to other confessions, not only for Catholics. And in 17th century, we observe from decade to decade the grossing influence of counter-reformation. So I started with this remark that 16 and 17 in this level, they are the total different period in social, confessional, and political relations in Republic, Novel Republic of Poland. Был вопрос на последнем ряду, по-моему, да? Потом Владислав. На последнем. Спасибо. У меня вопрос к Владиславу. Очень интересно, что вы обнаружили эту переписку между гувернантами, гувернерами. Было ли какое-то сообщество, организация гувернеров, или они случайным образом находили друг друга, как иностранцы в России? Расскажите, пожалуйста, об этом. И что изображено на фотографии? Что касается круга Рома, то это, собственно, круг, который сложился до приезда Рома в Россию, и некоторых из своих друзей Ром пригласил, так сказать, устроил протекцию в семьи, которые были близки к той семье, в которой он был гувернером. И именно поэтому несколько его друзей оказались гувернерами. То есть, вероятно, поэтому можно предположить некоторое сходство взглядов между ними. Но при этом существовало еще попытки, были организации более формальной, такое сообщество гувернеров. В Москве была одна такая попытка, но им запретили это делать. Это было как раз в период французской революции, и поэтому посчитали, что французские гувернеры, но там были не только французы, которые собираются объединиться, это, в общем, все не очень похвально. А что касается фотографий, здесь можно прочитать, это благодарность князя Ивана Борятинского англичанину, имя которого я не могу прочитать, за за осушение болот в его имениях. Вот он, судя по всему, вообще с большим пристрастием относился к Англии, и вероятно, поэтому и пригласил англичанина для осушения своих болот. Спасибо. Я также хочу задать вопрос на русскую тематику. И мне было очень интересно прослушать первый доклад на этой секции о идеях 60-х, 50-х годов XVIII века и доклад Владислава про как бы воплощение, может быть, этих идей. И у меня возникло вот такое соображение. Вы рассказывали об идеях, которые, особенно в докладе Владислава это прозвучало, что эти идеи несли в русскую среду иностранные гувернеры. А вот я занималась вопросами образования, которым на практике и в теории занимался Андрей Тимофеевич Болотов. Он не принадлежал к аристократии, был очень средней руки помещиком. Но я вижу очень много созвучного здесь в том, как он расценивал свое собственное образование, как он пытался наладить образование своей жены. Он женился в 1764 году на 13-летней девочке, поэтому он хотел ее воспитать и для этого писал всевозможные труды образовательные. Потом он занимался образованием своих детей,
интересных помещиков и так далее. Он практик и, в общем, в какой-то степени образователь, теоретик в том числе. И все эти идеи очень близки тем идеям, которые вы здесь излагали о том, что необходимо изучать языки о веде романов, о том, что необходимо заниматься сельским хозяйством и химией. И в связи с этим у меня вопрос. А можно ли говорить, были ли в ходу идеи, которые прямо говорили о том, что необходимо разделять образование аристократии и обыкновенных рядовых дворян? Можно ли вообще, были ли такие четко выраженные, где-то прописанные идеи о том, каким должно быть образование аристократа и рядового русского дворянина? Я таких трудов не знаю. И не миф ли это, о котором мы говорим в привычке, как о плохих иностранных гувернерах? Может быть, я скажу по своей части. Во-первых, мне кажется, что начну, может быть, с самого конца, разделение мелкого дворянства и аристократии, и как бы их образовательный идеал. Ну, по тому, что касается образовательных идеалов дворянства, которая не принадлежит к слову аристократии, мы вообще не очень много знаем. А по аристократии, конечно же, у нас сохранилось много источников и в России, и, наверное, больше даже, чем гораздо больше, чем на Западе. И поэтому у нас есть хорошее представление об этом. И я как раз не говорю, что именно и только гувернёры высказывали такие идеи. Я рассказывал гувернёров, потому что они были, так сказать, ближним кругом в этом процессе воспитания, но я упомянул также о той журналистике, о которой говорили Михаил и Анастасия, и о тех взглядах, которые высказывались в то время. Мне не было времени, естественно, об этом говорить, и к тому же их доклад позволил мне во многом сократить эту часть. Но, естественно, это влияние, я думаю, было очень существенным как раз в определении каких-то новых приоритетов воспитания, в том числе среди аристократии. Наверное, позволю добавить такое соображение, что, наверное, аристократы, им не было, скажем так, необходимости обосновывать свое аристократическое воспитание. Они его просто делали, воплощали. В то время как раз у дворян средней руки, если мы посмотрим на публицистов, то, в принципе, их едва ли можно отнести к аристократам. То они как раз, что и занимались такой проповедью своеобразного дворянского демократизма, что все дворяне должны быть одинаково образованы. В общем-то, и обращаясь одинаково, как и... Причем у них там есть линия, в общем-то, такая антиаристократическая, что для них кичат больше своими предками, и далее. Поэтому как раз различие практики и дискурса, да, то есть, в общем-то, те, кто делали практику, они не нуждались в обосновании, а как раз вот те люди, которые находились такой на обочине практики, они пытались, в общем-то, как-то повысить свою роль, оказать какое-то большее такое влияние именно через идеи. У меня вопрос как раз к вам, Михаил, Анастасия. Вы говорили в основном все-таки больше о 60-х годах, не правда ли? Можно ли сказать, что до этого эта дискуссия была степень ее была существенно меньше, или может быть, частично это связано с тем, что до середины 50-х годов, собственно говоря, журналов в России нет как таковых. Первый журнал не 1955 год. И, собственно, только начиная с этого времени мы имеем, может быть, представление через журналы больше о мнении вот именно той части дворянства, о которой вы говорили. Да, спасибо за предоставленное слово. То есть, да, действительно, именно в эти годы, 50-60-е, как вы уже правильно отметили, это пик общественно-политической мысли, то есть она нарастает, появляется вот эта некая активность, которая как раз-таки она и выражалась в этих журналах, которые стали появляться. Да, их судьба была недолгая, год-два некоторых частых журналов, да, но
тем не менее они были насыщены именно вот этой информацией, именно многие были посвящены вот этим воспитательным идеалам, хотя говорить о том, то, что до этого не было литературы или эта тема не обсуждалась, мне кажется, не совсем корректно. То есть это все-таки было просто в меньшей степени. Ну да, я тут прокомментирую. Это такой яркий образчик. Это сатира Антиоха Кантемира, который он пишет в 30-е годы на злонравие дворян, об образовании, где, в общем-то, сидит он также бичующим аристократию, пример 30-го года, да, который, в общем-то, писать не умеет, как один из князей Долгоруких, в общем-то, при этом претендует на высокие позиции. Но в чем парадокс? Сатиры Кантемира, они ходили в рукописях. И первое издание сатиры Кантемира выходит в 1761 году в типографии Московского университета. То есть эта тема появляется как еще раньше, да, собственно, уже после Петровских реформ. И во некотором результате это и есть результат Петровских реформ, когда появляется, скажем так, человек, чей главный капитал – это его светское образование. Да, потому что в России 17 века главный капитал – это вот его родословие, да, и, наверное, благочестие, прежде всего. То тут, в общем-то, появляется человек, который именно за счет своего родового капитала может как-то продвигаться. И эта тема, естественно, появляется в 30-е годы, но именно вот на такое публичное обсуждение оно действительно выходит только в 50-е годы. У меня небольшая ремарка. Я хотела вот напомнить, что в 30-е годы как раз Василий Тредиаковский перевел трактат, который приписывался Фенелону, «Знатная политика», по-моему, тех людей, кто это роли, да? Да. А позже, в 40-е годы, появился перевод трактата Бальтазара Грассиана «Придворный человек». То есть эта тема уже интересовала, и в частности, Василия Тредиаковского весьма. В чем отличие переводов конца 50-х, начала 60-х годов от перевода действительно от Грассиана и Моралеса, вот и политики? Если мы почитаем, мы толком не найдем, что это адресовано именно дворянам. То есть там, да, это придворный человек. Скорее всего, это именно дворянин. Но кто такой сам Василий Тредиаковский, извините, он никаким образом не дворянин. А именно переводы, собственно, как раз вот таких авторов, как Ленобль и особенно, в общем-то, Аббата Бильгарда, да, который, в общем-то, выходит четырьмя изданиями, они как раз показывают, что вот тут именно дворянское, как говорится, именно там написано четко для дворян, а не для просто некого придворного человека. Но это вот наша позиция. I have a small question to Professor Servansky. You mentioned at the end of your paper that French influence, you opposed to this bigot of the Sarmatism. Does it mean that there was an inter-religious influence through this French influence, or it is simply a question of degree? It was paradoxical because the French influences defended the Counter-Reformation in Poland. The spouses of Polish kings make arrive to Poland the religious orders to propagate the Catholicism. So we have three great religious orders. They know the priest of the mission, the Sisters of Charity, and the Sisters of the Visitation. And the orders propagate all kinds of Catholicism by catechism, all French Catholic important persons. And so the influences of French in Poland was more than Polish institutions, Jesuits, or another influences. So it was strange because Louis-Marie de Gonzague had the contacts with Jansen, who is Jansenist,
on the eyes of Poles, France, it was a country with wrong influences who degrade the Church Catholic in Poland. On the one hand, it was the contact of the court with this not orthodox Catholicism as Jansenism, and on the other hand, they make counter-reformation work, especially in Warsaw, where was the residence of Polish court on the 17th century, because Krakow is 16th century. Спасибо. Ну, если больше не будет вопросов или ремарк, ну, последний тогда, пожалуйста. У меня еще раз вопрос к Ярославу. Вы как раз пример высоких идеалов, и вот взяли такого, ну, Ивана, я имею в виду Борятинцев, который в молодости вел очень активный образ жизни, скажем так, невоздержанный. Но просто я хотел спросить в таком вопросе. Вот гувернант, который говорили о высоких идеалах, и вот вспоминаю даже 10 лет воспитанный Александр Борятинский, который воспитывался как человек не светский, а как человек дела, и учитывая потом его дальнейшую жизнь, ну, вспомните его, в общем, подвиги в Петербурге, они практически соотносили вот этот высокий образ и то, что у них получалось на самом деле. То есть посыл и результат. Спасибо. Надо было, наверное, упомянуть, что как раз тот самый вот сын Брятинского, о котором шла речь, в конце концов станет военным, и станет не просто военным, если не ошибаюсь, фельдмаршалом, да, и в общем, будет как раз совершить прекрасную карьеру и военную, и придворную, и что... Как я понимаю, отлично произошло против мнения семьи, потому что уже после смерти его отца похоже, что семья была против его поступления в военное училище, и тем не менее он это сделал. Ну вот не всегда воспитание приводит к тем результатам, которые мы хотим. Спасибо. Так завершается эта вторая секция этой конференции, первый день ее. Я, значит, хочу поблагодарить докладчиков, участников, и еще хочу выразить особую благодарность переводчикам, которые совершают тяжелую, прекрасную и необходимую в такой международной конференции работу. Спасибо вам. Нас ожидает ужин в соседней комнате, и я еще хочу пользоваться случаем, чтобы поздравить Германский исторический институт в лице его директора, господина Кацлера, который сидит скромно, за расширение жилой площади института. Да, и за очень новые, совсем новые помещения.